В Ярославской области, на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, традиционно широко отмечается дата 12 апреля – День авиации и космонавтики. В культурно-просветительском центре имени Валентины Владимировны прошло праздничное мероприятие под названием «108 минут». Школьники, представители детских и юношеских коллективов и объединений Ярославля и области запустили в небо 90 воздушных шаров, что символизирует 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Каждый год мы устраиваем мероприятие 108 минут в честь полета Юрия Алексеевича Гагарина. Наша задача вдохновить детей на дальнейшие исследования космоса, чтобы, может быть, кто-нибудь из них тоже когда-нибудь станет космонавтом, либо ученым, который помогает бороздить космические просторы. Также в День авиации и космонавтики в Ярославском планетарии прошла межрегиональная конференция школьников с международным участием «Дорога к звездам». День космонавтики – это величайший праздник всего человечества, праздник, который подарил наша страна всему миру. Этот праздник олицетворяет очень хорошее качество человечества в целом. Дерзость и смелость, способность ставить перед собой фантастические, казалось бы, задачи. И эти задачи решать, и этих целей достигать. Я хотел бы, чтобы вы сегодня в рамках работы практической конференции обязательно сделали новое открытие, потому что ваша тяга к знаниям, работа в этом уникальном центре. Такого центра нет нигде больше в России, только в Ярославской земле. Поэтому вам новых открытий и свершений. Приехали посмотреть, зарядиться позитивными эмоциями, набраться новых знаний. Эмоции отличные, очень понравилось мероприятия всякие, как мы шарики в небо отпускали, как слушали детей. Увидела очень красиво звездное небо вот в звездном зале. Но я бы хотела туда полететь, если бы это было все так легко. И хочется, и понимаю, что это очень трудно.